Друзья, всем привет! С вами Ирина, HR-эксперт по миграции в Польшу. Компания IKEA дала нам 10 вакансий на должность приемщик склада. Что нужно будет делать? Эксперт по приемке – это сотрудник только из Польши, принимает товар по накладной. Далее приемщик склада – это те должности, которые выделили для нас, принимает этот товар и отвозит по секторам. То есть, если эксперт по приемке принял товар на кухню, он передает этот товар вам, и вам нужно будет этот товар отвезти именно в сектор по кухне и так далее. Работодатель предоставляет питание для сотрудников и жилье. Зарплата от 20 злотых в час, то есть в месяц у вас будет получаться от 1500 евро, это в зависимости от количества отработанных часов. То есть если вы хотите заработать больше, вы можете перерабатывать. Если вам достаточно будет этой зарплаты, то будете работать по 10 часов в день. График работы либо 2-2, либо вы работаете с понедельника по пятницу, суббота, воскресенье, выходной. Вакансии горящие, поэтому откликайтесь на наши вакансии, пишите своим менеджерам и приезжайте в Польшу. Всем пока!